Разгар лета, середина июля. В городе стоит небывалая жара, а это значит, что пора отправляться отдыхать. Автобусы готовы, чемоданы погружены. С минуты на минуту в детский лагерь «Алмаз», который находится в соседнем русском округе, отправятся одинцовские ребята. Маша и Аня едут впервые. Говорят, привлекла тематика смены. Нас очень привлекла сама смена. Мы рассчитываем на веселую программу и новых друзей. Чтобы найти новых друзей и получить кучу новых эмоций и попробовать, что это такое. Перед поездкой традиционная проверка документов и медосмотр. Необходимые санитарные нормы соблюдены. Этот детский лагерь принимает уже третью смену. Всего уехало на первую и вторую смену 107 ребят, и сегодня 83 школьника радостно отправляются в этот лагерь. Очень повезло с погодой, с природой, хорошее питание. Мы знаем, этот лагерь пользуется авторитетом и на территории всей Московской области, и наши дети приезжают оттуда очень благодарными за предоставленную возможность. Родители такие путевки получают бесплатно. Дети в ожидании интересного летнего путешествия. По окончании смены они все вместе покажут мюзикл собственной постановки. Родители уверены, этот отдых им обязательно понравится и запомнится. Едем первый раз, ей 9 лет. Я очень, конечно, переживаю, но думаю, все будет хорошо. Мы очень довольны, что есть такая возможность, есть такая сейчас услуга, что можно детей отправить на хороший, качественный отдых и при этом еще не волноваться за них, потому что лагеря всегда проверяются, в лагерях прекрасное питание, хорошая программа, и анимационная, и вот в данном случае это наука ГРАД будет. Поэтому я думаю, что все будет прекрасно, дети очень ждали этого. Этим летом одинцовские ребята отдохнут не только в ближайшем Подмосковье, но и на Черном море. Сегодня у нас не только ребята поехали в лагерь «Алмаз», 50 школьников отправились в Крым на море, тоже в лагерь в Евпаторию. И мы пожелаем им хорошего отдыха, здоровья, замечательных друзей и всего самого-самого хорошего. А родителям не нужно беспокоиться. Наши дети в надежных руках, вожатых и воспитателей. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».